Главное предложение сегодняшнего дня – это зубная паста «Виватон». И эта зубная паста сегодня получила скидку. Вы получите две пасты в комплекте, третью в подарок и скидка 50%. Сегодня у нас эксперт от бренда, основатель, создатель компании «Виватон», академик семи академий мира, человек мира, человек года дважды, имеет орден Александра Невского второй степени. То есть, знаете, сколько тут наград? Если я буду все перечислять, нам не хватит эфирного времени. Давайте по делу. Да, вот про зубную пасту, Александр Михайлович, расскажите. Ну, о зубной пасте мне очень приятно сейчас, что вы начали с зубной пасты, потому что сейчас у меня заказала одна страна, не могу говорить, вот, потому что там через третьи страны буду туда посылать. Вот, заказала на очень большую сумму, и как бы я не могу такой заказ не выполнить. Вот, но вот такая европейская страна заказала, и мы будем туда отправлять. А почему они выбрали именно Виватон? И мы сегодня подписали, ну, не сегодня, в смысле, вот два дня тому назад, на сегодняшний день, и с ЮАР, и вообще со всей Африкой, и уже там на прилавках уже стоит наша продукция. Здорово. Вот, и очень активно началось, поэтому сейчас, конечно, немножко страшновато, потому что товара не хватает. И боюсь, что у вас тоже, наверное, товара не хватит. То есть нужно обязательно успеть сегодня заказать. Ну, заказать, не заказать, знаете, многие люди думают так, что вот стол вот новогодний – это главное. Да. Вот, я думаю, что это глупость величайшая, потому что я из тех людей, которые лучше выпью просто чай или кофе, без шнапсов, без напитков, но буду здоровый. Да. Потому что вы понимаете, что я родился во время войны, но моему здоровью завидуют любые врачи, вот, потому что и выглядят они старше все меня, несмотря на то, что намного моложе меня. Вот, и чаще всего вот я был недавно в поликлинике, встретился с врачом, и, конечно, он себя чувствовал моим предком, как он говорит, я чувствую себя твоим предком. Вот, до такой степени, но несмотря на то, что намного моложе. Вот, и, конечно, я всем людям сегодня, вот как предновогоднее время, я вам всем советую, желаю, чтобы вы понимали, что вот то, что здесь стоит, друзья мои, это не БАДы, это не косметика, а это супер-супер лекарство. Супер лекарство. Я могу смело об этом говорить, вот, и так вот самонадеянно, потому что это правда. Потому что ни один продукт не проходил такие доклинические исследования, как мы. Представьте себе, что мы прошли на всех практически животных, сельхозживотных, и на всех, то есть и на многих животных в зоопарке. И вот как бы именно доклинические испытания я и всем советую. Если вы знаете, что не прошел препарат, любая косметика, доклинические исследования, вы можете очень сильно рисковать. Вот как. Очень сильно рискует. Сегодня кому не лень, любой чудак на букву «му» начинает там все это, как бы что-то стяпал-сляпал. Вот есть такой препарат, сейчас они начинают его там, значит, называется «Живо». Вот, и они сделали, стяпали-сляпали, ни доклинических испытаний, никаких исследований, просто сами сертификат подписывают и продают. Вот это вот страшная процедура, которая сегодня, к несчастью, распространяется, и наш Минздрав никакой вывод не производит. Пейте, дети, молоко, будете здоровы, а молоко все больное. Вот в этом вся трагедия. А вот зубная паста, расскажите, пожалуйста, вот при каких проблемах зубная помогает? Паста, во-первых, я, конечно, мне очень приятно, что мы, меня попросили эту зубную пасту, и в Омской академии медицинских наук для далекого севера провели колоссальную работу, значит, взяв эту пасту, ну, собрали все пасты, которые были, и иностранные тоже, на территории бывшего Советского СНГ, Союза. Вот. И наша паста взяла первую премию, и есть заключение, все, я очень вас прошу, друзья мои, если кто-то хоть чуть-чуть сомневается, это естественный процесс, потому что сейчас очень много людей, особенно авторов таких сомнительных, которые выдают желаемое за действительное. Да.
Вот приходит ко мне и говорит, ой, там вот это все потрясающе, это лечит, все лечит. Я радуюсь, думаю, ну вот, наконец будет единомышленник, единоделатель, чтобы нас стало больше вот в этой системе. Чем больше нас, тем мы крепче, сильнее и так далее, и так далее. Многие думают, что для меня какие-то будут... Как конкуренты. Конкурент, нет, я никогда к этому так не отношусь. Чем больше нас будет, тем лучше. Мир велик, людей столько много, что всем хватит помощь. Вот так столько еды. Вот. Поэтому наоборот, а потом раз начинаю применять, и никакого результата. Вот тут начинается такая боль внутренняя, что столько людей, которые дурят народ, которые выдают желаемое за действительное. Поэтому люди сомневаются, и правильно сомневаются. Поэтому я и говорю, что на любом флаконе, который вы возьмете, там везде есть наши координаты. То есть и телефоны, и QR-коды, и все-все-все есть. Поэтому вы звоните, приходите. Более того, во всех наших магазинах, на наших аптеках, везде есть, значит, пробники, которые вы можете попробовать. Это попробовать и понять, что это ваше. Это вам подходит. А вот особенно, например, сейчас мы открываем, значит, эти, как называется, площадки в торговых центрах, да? Вот, островки. Да. И, конечно, это ценно. Но самое главное, чтобы вы можете все, каждый из вас попробовать, чтобы вы понимали, что это лекарство, которого нет в мировой практике. Все золото мира мы взяли. Это и золотое гран-при Европа 98. И в Америке мы такие вообще заключения имеем из Института эстетики США. О, вот так вот. Да. Смотрите, Александр Михайлович, сегодня у нас представляет самые востребованные бестселлеры. Вы можете заказать сегодня и Виватон коллаген, и крем-гель регенерант, и маску экспресс, и зубную пасту, и кальций, карбонат кальция. И при заказе на 4990 бесплатная доставка, в подарок консультация в клинике Виватон. Ну и, конечно, еще и в подарок маска экспресс при покупке от 3990 рублей. Делайте заказы, ухаживайте за собой, заказывайте для подарков на Новый год.